Всем приветик. Ой, камеру пап. Приветик, мои дорогие. Одиночки. Солнышко сильно светит. Так, приветик, мои хорошие. На морешке сижу. Детки играются в игровой. Заказал себе кофеечек. Задавайте свои вопросики. Всем привет. Приветик, приветик, задавайте вопросики, буду отвечать. Так, что вам хотел показать чуть-чуть? Море покажу. Пока вы мне не задаете вопросы. По камеру переведу. Да? Да. Я с таким рюкзаком, потому что мы сейчас пойдем на пикник. У меня здесь еда детям, одеялко. Ну, а пока решили зайти попить кофеечек, а Давидик хочет поиграться, попросил поиграться в игровой, поэтому вот они, мои красавчики. Задавайте вопросы. Сколько градусов? Сегодня 19. Приветик, приветик. Давидик, видите, у меня салатовенькие. Я всегда, когда без няни, одеваю их ярко, чтобы издалека видеть. Вот эти вот улечки, куда надо. В Турции все хорошо. К русским хорошо относятся. Я не знаю, я новости не смотрю. Вот, но все как было, так и осталось. Единственное, у них сейчас траур, потому что в Сирии случилось. Что случилось? Погибли турецкие солдаты. А, няня у нас с Украины. Вот. Да, всем приветик, приветик. Ну, задавайте какие-нибудь вопросики. В связи с введением военного положения. Нет здесь никакого военного положения. Масленицу сегодня празднуют. Потому что я немножко боюсь скопления больших людей, поэтому мы на Масленицу не пошли. Но сегодня ее вовсю там празднуют. Здесь же где-то, кстати, на Клеопатре я видела. И, по-моему, в центре еще будут праздновать. Ну, может, на обратном пути, кстати, зайдем. Здесь людей будет поменьше. Русских много, да. Вот сегодня, говорю же, организовались праздновать Масленицу в разных местах. Так. С Одесс вам тоже привет. Турки адекватные люди и понимают, что мы тоже обычные люди. Но на самом деле турецкий менталитет есть что-то схожее с русским, мы друг друга понимаем. То есть есть страны, где там совсем разный менталитет и сложно как-то, да? А здесь, в принципе, и юмор одинаковый. Чего? А, это не на понятном языке. В каком городе в Турции вы сейчас живете? Мы сейчас в Алании. Самая южная точка Турции, то есть здесь всегда теплее всего. Если в Анталии, допустим, сегодня, наверное, где-то градусов 17, то здесь вот 19. Давидика не подстригли, это целый стресс, чтобы его подстричь, я не знаю, что делать. Сережа в Москве, с Масленицы тоже всех. Кстати, сегодня еще прощенное воскресенье, простите меня, если кого-то из вас обидела. За детками еще поглядываю, поэтому так это. Вы навсегда там? Ну как навсегда? Не знаю. Пока здесь хорошо, поэтому пока здесь. Я, правда, улетаю уже 6 числа в Москву, потому что потом мы летим еще в другую страну. Пока не знаю, ну, не говорю куда, потому что мы летим на день рождения к подружке. И не знаю, можно раскрывать тайну или нет. Даша, как в Алании с детскими врачами? Очень нормально, очень хорошо. Медицина здесь действительно хорошая. В госпиталях вам дают абсолютно бесплатно переводчика. Может, где-то платно, не знаю, мне давали бесплатно. В Америку мы тоже полетим, но это уже мы полететь туда планируем на день рождения Сергея. А сейчас мы на день рождения Ксюши полетим и не знаю. Не буду пока раскрывать куда, потому что, может быть, это тайна. Я что-то не спрашиваю. Каждый год отдыхаем в Турции, сейчас боимся. Не знаю, чего вы там боитесь.
ничего здесь. Ну, вот я, знаете, что заметила? В это время года, перед началом сезона, всегда какие-то новости рассказывают. Блин, не принесла она мне воду. Рассказывают новости, что как будто бы что-то где-то страшное творится. Вот. Каждый год я это слышу уже на протяжении многих лет. Вот. Поэтому я не особо в это все верю. Как магазин средней ценовой категории или выше? А, у нас магазин. У нас политика 3000. То есть ты можешь прийти к нам в магазин и на 3000 купить себе что-то очень классное. Это может быть даже вечернее платье, это может быть куртка. То есть мы стараемся, вот, несмотря на то, что сейчас действительно перебои с поставками одежды, потому что сами у нас есть частично... У нас представлена Россия и частично Китай, хорошие фабрики. Но сейчас в Китае мы не можем делать заказы, потому что из-за коронавируса. Я хочу тихотить. Кого? Нет, сейчас. Идите, еще поиграйтесь потом. Люня! Новости смотрю, но я вам скажу, что в новостях очень много неправды. Хочу их смотреть. Вкусный кофе с молочком, без сахара, я типа худею. Вот. Так, ну что, напишите что-нибудь. Спасибо за добрые слова. Да, в новостях очень много всего перебирают. То есть я это очень сильно поняла, когда мы полетели во Францию на мой день рождения, это было в январе. Там нам говорили какие-то забастовки, все страшно. Когда я увидела эту забастовку, это просто ходили люди, была транспортная забастовка. Вообще во Франции, правда, часто забастовки, потому что тут у нас случилось то, что повысили пенсионный срок или понизили, как это правильно сказать. В общем, у нас смирились. А там они сразу идут на забастовку. Ну, как она выглядит? То есть не как у нас по новостям показывают, что там что-то кидают, что-то там какие-то эти... Ну, это просто парад. Они раздавали пирожки, какие-то напитки вкусные угощали. Просто шли, пели песни. Вокруг было много милиции, естественно. Но как только милиция одновременно вся сделала так, все просто мирно разошлись, попрощались, пока-пока, типа ля-ля-ля. Все. Спасибо большое за добрые слова. Третьего не планируете? Пока нет. А ты где сейчас сидишь, кофе пьешь? На берегу, на пляже Клеопатра. Все, у нас тепло, видите, я уже разделась. Дай бог загорю. Так. Привет с Кабардино-Балкарии. Спасибо большое. Вам тоже большой привет. Нет, у нас не двойное гражданство, у меня есть ИКМЕД, то есть ИКМЕД выдают на несколько лет. Мы сейчас будем скоро продлевать. Нам дают ИКМЕД на основании покупки квартиры, покупки недвижимости. Вы там отдыхаете? Ну, и отдыхаем, и живем. Вам тоже всего самого лучшего. Спасибо за добрые слова. Ой, пардон. Расселась тут. Так, в Владивостоке снег, да? Ну, более северно. Мои салатовенькие там ходят. Тут я вообще фишку такую придумала. Реально, если обезьяне, то есть, ну, я же одна за ним сижу. Все самое яркое одеваю. У меня есть прям специальные наряды на дни обезьяне. В один цвет их одеваю, чтобы далеко было видно, что мой. Я есть в Турции для интернета. Ну, в общем, здесь такая фишка, что если вы ввезли свой телефон, ну, допустим, у меня русский телефон, потому что здесь техника дороже, выгоднее купить в России. Но вам нужно его поставить на учет, если вы здесь будете долго жить, потому что иначе он просто выключится. Вот, то есть не будет работать. Вам надо оплатить налог на технику ввезенную. Стоит ли ехать летом в Турцию? У нас тут пугают войной, вирусом. Ну, дорогие мои, в Москве гораздо больше случаев заражения вирусом. Я не знаю, почему об этом не говорят в новостях. Здесь я еще пока не слышала такого. Но допускаю, что, скорее всего, тоже есть. Вот. Я, видите, с собой ношу, сейчас покажу. Где мой рюкзачок? Постоянно с собой ношу антисептик. Ой. Постоянно брызгу руки. Сейчас достаньте помогу.
потом рюкзаки и еда, и все, мы же на пикник шли. А потом они увидели детскую площадку, ну вот, вот, антисептик постоянно с тобой ношу. Вчера постоянно руки, себе, деткам. Так, с масленицей вас тоже. Сейчас пью кофеечку. Вкусно. Это Алания. Здесь так тепло, потому что это самая южная точка. Здесь всегда теплее всего. Сколько калорий кушаете в день? Я не считаю калории. Я стараюсь побольше зелени, поменьше мяса. Вообще хотела отказаться от мяса, но вот не могу почему-то пока. Ну, я сейчас отказалась от красного мяса, ем только курицу. Раз в день, в первой половине дня. Иди, Сережа, мунчик в Москве. Да, детки ходят в русскую школу. Да, Шуля, огромный привет вам из Павловска. Очень люблю вашу семью. Спасибо вам большое. Вам тоже большой привет. Расскажите, как охотиться без знания языка. У меня есть язык чей, то я не знаю, во всем мире ни разу... Артем, не обижай! Во всем мире ни разу не пропала. Градусов очень... 19 градусов, очень тепло, но ветерочек есть. Какая война? Ну вот я сейчас сижу. Нет никакой войны. И не планируется. Ну, по крайней мере, турки об этом ничего не знают. Звук пропал, может, я что-то зажала? А так, слышно меня? Алло, алло. Что-то я нажала, что ли? А слышно сейчас, нет? Алло. Слышно? А, все. Окейшки. Все, есть звук. Вот. С чем я сейчас здесь занимаюсь? Ну, вот сейчас пью кофе, гуляю с детками, у няни выходной, поэтому сегодня весь день я посвящу полностью деткам. Завтра хочу сходить к косметологу. Ведь я сейчас перестала пользоваться тональными средствами абсолютно, то есть, и хочу чуть-чуть сузить поры. Пойду, пусть она посмотрит, может быть, что-то придумаем. Мажусь только 50-й защитой каждый день. Вот эту зону и вот эту зону, потому что... Короче, я поняла, что моей коже лучше не загорать вообще. Не мое это. И, кстати, стало лучше кожа, качество кожи, как только перестала загорать. Полтиннику мажусь даже вот, когда не сильно жарко. А! А не надо худеть. Не, я не то, что хочу сильно похудеть, то есть мне, в принципе, моя форма устраивает. Вот, у меня там нет живота. Но единственное, что, ну, то есть очень тонкая грань, не разжиреть бы. Поесть я очень люблю, я обжора, я прям, ну, сегодня я чуть на разгрузочке, то кофе, видите, себе позволила, хотя хотела сегодня вообще. Крем у меня турецкий, 50, я вам покажу, дома буду, сниму сторис, либо выдачу прямой эфир, потому что вот такой, просто офигительно, у меня кожа стала с ним намного лучше. На вопросы так не отвечаете, не прочитала. То, что я, видите, болтаю, за детьми слежу, туда, может, не увидела. Так, как со стрижкой Давида? Никак. Он в домовён уходит. Я уже думаю, может, ему реально отрастить каре. Я не люблю на мальчиков длинные волосы. Мне нравится, когда короткие, когда они такие, ну, мужественные. Вот, но мне сложно. Сложно мне его стричь, у меня депрессия. Так, что там от... Что? Сергею можно загорать? Можно. А Турцию могут закрыть от туроператоров и чартеров, но не для обычных рейсов. Ну нет, ну не будут закрывать. Даша, что посмотреть в Алании с детьми? Ну, мы вот любим на пикники ходить. Вот у меня прям любимый все на пикничок. Здесь есть музей тоже. Ну, конечно, здесь не как в Москве, то есть там это более разнообразно. Но мы вот любим природу.
про документы для проживания в Турции рассказать. Но для этого, если вы на постоянку хотите, вам нужен будет ИКМЕД. ИКМЕД выдается, то есть, если у вас есть рабочая виза, или же, как в моем случае, покупка недвижимости. Ну, я сейчас тоже делаю рабочую визу. Хорошо к узким относятся, ребят. Ну, хорошо, правда. Так же, как к другим. Когда в Москву, в Штово. Что, не, ничего не понимаю, подождите. Чей-то там муж смотрит на накачанные задницы и сиськи. Это нормально? Ну, вообще нет. Пусть на вас, значит, вам надо, чтобы у вас тоже... Пусть на вас смотрят, как я был белым. Я вообще патологическая ревнивица, поэтому... Это где так тепло, Таджикистан, что ли? Нет, это Турция. Не обновляются у меня вопросы. Что, пойдемте на море с вами? Давайте посчитаемся. Нет, девочку... Ну, вообще, мне без разницы пол, я пока просто не готова к ребенку. Опять. Еще к одному. А так вообще, девочка, мальчик, без разницы. Главное, чтобы здоровенький был. Но девочку, блин, я как представлю, что надо каждый день расчесывать. Что-то там косички какие-то плести. Ой, вот это прям стресс. Спасибо. Че, пойдем на пляж, просечет? Хотя они так вот играют хорошо. Так, сохраните эфир. А, я не знаю, блин, я иногда туплю. Снимаю очки. Солнечно очень, ребят. О, аж. Это неудобно, короче. Кузины, да, планируют сюда прилетать. Сашу мне писала. Отдохнуть. Ну, я буду их рада здесь видеть. Они классные ребята. Поржем. Выйдем к вам в прямой эфир. Так, прими в эфир. А зачем? Дашу, это очень красиво. Ой, спасибо большое. Косички не весь день плести. Девочка, это счастье. Ну, мальчики тоже счастье. Я, знаете, как этот... Мне, понимаете, мне все пакеты помогают нести. Маму все везде вперед пропускают. Двери мне открывают. Я вообще в шоколаде. Мне это очень нравится. С Викором они периодически, да, общаемся. Тяжело учить турецкий язык. Ну, у меня многие девчонки, подружки ходят на обучение турецкого языка и знают его вполне так неплохо. Просто мне он как-то, не знаю, я буду. Но он мне не сложен здесь немного. А, ой, приветик. Эльмира, привет, зайка. Даша, очень приятно, от вас идет спокойствие. Ой, спасибо большое. Ну, если честно, не очень спокойно. Наоборот, у меня шило в одном месте. Ну, приятно. Кафе посмотреть, хочется море. А, ну да, сейчас посчитайте. Просто дети играют на площадке, сейчас вам покажу. Забывала по камеру развернуть. Вон, видите, они там играются. Вот море. Из-за того, что играются, неохота уходить. Вон, видите, они там что-то прячутся. Смеются. Вы что, сквалазите? Почему редко выходишь в прямой эфир? А я что-то забываю про эту функцию, честно говоря. Реально забываю. И забываю, что можно в прямой эфир выходить. Хотя вообще прикольно, вот сейчас мы с вами болтаем. Так интересно. Что там не успеваю читать? Что там? Сколько можно ходить с нарощенными волосами? Ну, мне нравится, ребят. Ну, я, знаете, за то, чтобы вам. То, что вам нравится. То есть, если вам не нравится, не носите. Мне нравится. Я люблю, во-первых, менять длину, то есть, чтобы она была максимально длинная, потом, чтобы у меня было каре.
потом, чтобы у меня были белые, потом, чтобы... Вот сейчас я вообще не крашу волосы уже давно. Вот это мой цвет. Вот это вот, то, что отросло. Смотрите турецкие сериалы. Ну, что-то нет, не заходят они мне. Но только единственный «Великолепный век», вот. Остальные мне ничего не заходят, не нравятся. Никого не слушай, ты супер. Спасибо, моя сладенькая. Спасибо. И вы у меня супер. Вообще с вами сейчас общаюсь, так прям приятно. Вот я люблю обмениваться позитивной энергией. Я очень сильно верю в энергию, и когда с людьми, которые к тебе позитивны, и ты к ним позитивна, то есть в этот момент мы с вами подписываемся как от солнышка, как батарейки. Почему не отвечаешь? На что? Я не вижу вопросы, все смайлики. Нет, в море еще прохладненько. Что с губами? Ничего, с губами у меня нет. После накрашенные. Ничего, с ними все хорошо, все красиво. Можно ли найти хорошую работу? Ну, здесь очень много русских работает. В основном это в сфере недвижимости, аренды. Кто-то в сфере красоты работает, потому что здесь все-таки предпочитают... Я, допустим, ноготки хожу делать к русской девочке. Эпиляцию хожу делать к русской девочке. Косметолог, хоть она уже давно в Турции, но изначально она тоже русская. Вы там работаете? Нет, не работаю пока, но делаю себе рабочую визу и, возможно, буду. Пока нет. Мы не в гостинице, дорогие друзья, мы здесь живем, в апартаментах. Спасибо за добрые слова. Кого пропиарю, пожалуйста. Тебе же не сложно. А как я вас пропиарю? А вы с Римой Пинджиевой общаетесь? Была ли у вас в гостях? С Римой, ну, как-то в жизни сталкивает, но я к ней хорошо отношусь. Где? Здесь, в Турции, не была в гостях. А так бы я бы с ней с удовольствием встретилась, она прикольная. На позитиве всегда. Спасибо большое. Сколько... Что у вас магазинов своих? Наш шоурум непосредственно в Москве. Доставка по всему миру. Ой, по всему. Ну, по России точно, по всему миру не по всему. Потому что перебой иногда с доставкой вот такой дальний. Ну вот, но иногда доставляем. Поэтому сейчас в наше время интернета на самом деле нет смысла. Мы расширились. Единственное, что у нас шоурум большой. То есть мы взяли сначала одно помещение, нам пришлось расшириться. И у нас сейчас два помещения, потому что не помещается все. Спасибо. Нет, я не в Мухмукларе живу, мы ждем в Боба. Так, что мне заказать? Водичку и посчитаться, да? Просто они играются и неохота поэтому ходить. Что, часто видитесь с мужем? Да, часто. Каждую неделю получается, потому что он прилетает сюда на выходные хотя бы. Либо на следующий я выходной. Да. Ну да, два раза в неделю мы увидимся. Даша, ты сидишь на диетах? Нет, вообще диеты не рекомендую никому. Но я за, то есть, за ограничения такие. Вот чуть-чуть. То есть, допустим, если сало с булкой. Хотя я очень люблю сало, ну хотя бы от хлеба тогда отказаться. Говорят, что в Турции коронавирус. Он сейчас по всему миру, я вам открою секрет. В Турции не знаю случаев, в Москве есть. Вот, показывала уже, хожу с антисептиком, где на всякий случай. Что по поводу Сирии и Турции, как там настрой у народа? Нормальный настрой. Единственное, что объявили траур, я уже говорила. А please, one more coffee and hasat lütfen. One coffee and hasat. Что? Летом жарко у вас, да. Летом очень жарко. После 7 вечера чем питаешься? Ну, я стараюсь, если после 7 вечера, если не до трясучки, а хочу есть, то я все-таки салатиком стараюсь обходиться. Я узнавала много новых рецептов салатов, потому что одно и то же надоедает. Вот винегретик, например, я могу съесть, или салат с авокадо и рыбкой красной. Или просто вообще огурцы, чеснок и петрушка очень вкусно. Укроп, то есть укроп.
от Ваньки привет мне, привет вам тоже. Траур, да, потому что погибли турецкие солдаты, но это не, ну, с Россией это никак не связано. На турецком нет, нехорошо говорю. Чуть-чуть там знаю, ну, например, Синдалье, Бардак. Ну, вообще, кружка может как-то по-другому, но я и кружку, и стакан, и все бардаком называю. Бардак. Кофе, кофе есть. Баян, женщины. Так, так, а детки как едят? А детки, ну как, они хорошо. Я вообще против диет. Единственное, что они у меня не любят мясо. Сергей говорит, значит, и не надо мясо давать. А я все-таки думаю, что детям надо. Вот, но они не хотят. Иногда котлетки. Как-то я их поговариваю. А так, естественно, из супа все мясо достается, не естся. Скажи свой шампунь. Ой, не помню, какой турецкий у меня. Блогеров, которые... Что ты скажи насчет блогеров, которые умерли? На самом деле страшная ситуация. Вот я вчера вроде как была в шоке от того, что ну, девушка, которая потеряла мужа, снимает себя с фильтрами и зачем-то выходит в сторис. Но все-таки, наверное, я была не права в том плане, что не суди, да не судим будешь. Вот. Как жаль мне людей очень сильно. И в очередной раз хочу только призвать людей, всех, то есть, допустим, ситуация какая, человек, да, который должен был разбираться в составах, то есть она делала разбор аптечек, там разбирала составы лекарств, а по сути не знала элементарных вещей, что сухой лед в сочетании с водой, что ну, как бы химический ожог будет. Даже вот шоу, детский шоу, когда нам делали, то есть там цветочек вот этот углекислый, ой, ну вот в эту фигню всевали, короче, он ледяной становился. Я даже детям не разрешала подходить, потому что мне это страшно. Я понимаю отлично, что может быть химический ожог, что это испарение, то есть вот. Поэтому просто я вас призываю, к чему это все? Призываю вас не слушать этих блогеров, которые вот эти коучи, рожай дома, или там, я не знаю, я вам сейчас расскажу, там, съешьте, там, я не знаю, то-то, то-то, и будет у вас то-то, то-то. Ну, будьте здравомыслящими и, пожалуйста, не прислушивайте все подряд, что говорят вот эти вот все знайки, я вообще... Да, Шуля, ты класс, спасибо, мои сладенькие. Так, кофеечек еще вот вкусненький. Вообще, вот турецкое кофе, хотя это не турецкое, это ну, даже вот обычное здесь американо, очень вкусно. Привет, привет. Так, так, так. На Кипр ездите? Нет, на Кипр не ездим. Нас там, хотя нас приглашают. Короче, Кипр делится на две части. Вот я забыла. Одна часть там сабдеповская, вот какая из них, а другая типа тусовая. Вот я на тусовую хочу, на сабдеповскую не хочу. На ПМЖ? Ну, нет, не на ПМЖ. Ну, как мы в России живем, и здесь. Спасибо большое, спасибо. Пошла варить кофе, да, да, да. Скольки комнатная квартира? 3+1. Это получается 3 комнаты и еще одна, 4 комнаты по-русски. Так называется здесь 3+1. Когда были в Украине? О, когда? Давно была. Хотя мы хотим, конечно, к маме Сергею туда съездить. Мы вот больше она к нам ездит. Карточку достану, туда еще засуну. Секундочку. Рюкзак все поназапихала, найти чего не могу. Ладно, я тогда не машиной, а наличкой расплачусь. Ой-ой-ой, сколько тут. Так, а лира? А, окей. 7 лира. Ой, пардон. Лиры так выглядят. А сейчас буду читать, что вы мне пишете. Карточку куда-то засунула, не могу найти. Так, с первым днем весны всегда. Спасибо. Где Тёма с Давидом? Он играются. Салатовенькие там бегают. Так, еще один кофеечек.
Сейчас этот допьют. Еще один. Про блогеров аптечного. Да, она сказала, пару не будет. Ой, ребят, даже уже не хочу это обсуждать. Прям вот очень такая ситуация, конечно. Просто лишний раз убеждаю, что не читайте вы всех этих вот все знают. Ничего они сами не знают, не советуют. Так, Запорожье. Запорожье мы много раз проезжали, когда ездили на море, на машине. Даже Давидик там был. Ой, напугали как, напугали. Напугались? Привет, привет. Много кофе пить нельзя, согласна. Вообще, кофе пить лучше. Блин, ну он такой вкусный, ну как его не пить? Моя слабость. Так, сейчас чем занимаемся? Сейчас вот у нас у няни выходные, я сегодня целый день посвящаю деткам. Сейчас мы здесь погуляем, потом пойдем на пикник, потом заедем в магазин, накупим игрушечек каких-то новеньких. Вот, пойдем домой, Давидик поспит. Вечером с ними тоже на ужин куда-нибудь пойду. В Днепре были? Да, конечно, было. Это же, ну, там же мама Сергея живет. Скажите, а война там? Да нет никакой войны. Я не знаю, что вам там показывают. Даша, я здесь. Ай, как вкусно, я не могу. И пусть весь мир подождет, вот реально. Так. Давид спит днем? Да, еще спит. Он очень энергичный малыш. Очень энергичный. То есть он прям вообще, знаете, про. Прям вообще супер энергичный. Ему, видимо, организму. Артем в это время уже не спал. Давидик спит, видимо, из-за того, что он очень много энергии тратит. Ничего не делают кофе. Из чего делают кофе? Из кофе, из зерен. Так, там что-то пишет подружка. Не могу посмотреть. Ленчик, я в прямом эфире, потом посмотрю в WhatsApp. Сколько Давидику лет? Вот будет 4, 15 мая. На свете Артем, ой, Давидик и папа майские. 15-го у Давидика, 30-го у Сергея Ивановича. Что дарит, только не знаю. Так, меня бесит уже свое состояние тревоги и паники. Да, ребят, я сама вот из-за коронавируса тоже какая-то у меня паника была недавно. Что, как все страшно, накупила, хотя я вообще не паникер. Я всегда, ну, как бы спокойно к всему, накупила себе всякую вот эту херню. Масок, все у меня дома это лежит. Уже собиралась консерв иди накупить. Ну, потом думаю, стоп. Остановить. Вы не жалеете, что переехали в Турцию? Мы не переехали, друзья. Более того, мы сейчас в Москве собираемся строить типа дом. То есть мы тут здесь тоже живем. И здесь, и там, мне кажется, начальная школа для детей здесь идеально. Ну, вот правда. Мы специально учимся в русской школе для того, чтобы потом мы могли перевестись, если необходимо, в Москву. И то есть, ну, соответственно, программа соответствует. Сзади следят, Даша, кто следит. Блины есть. Умеешь варить? Конечно, умею. Что именно? Недвижимость. Блин, в Турции разная недвижимость. Заходите на страничку Лани Пынзер, там менеджеры много всяких предложений выставляют, поэтому смело можете заходить смотреть. А, Summer Home Пынзер, вот. Что делаете в Турции? Ну, что я сейчас не делаю, кофе сейчас пью. Сейчас реально купаться в море. Ну, некоторые купаются. Сейчас выйдем на пляж, увидите. Ну, для меня холодно. Сколько сейчас времени в Турции? Точно так же, как в России, в Москве 14-15, 19 градусов. Девушка сзади на меня смотрела, не видела. У меня сзади нет глаз, но зато у меня есть вы. Можно по-всякому в Турции жить. То есть здесь можно реально экономным режимом выжить. И если ездить на рынке, то есть на 50 лир можно уйти с полной тележкой. 50 лир – это 550 рублей примерно.
исполнить уже тележку фруктов, овощей. То есть, если здесь закупаться в магазинах типа А101, там вообще все дешево. А! Что, все, пойдемте? Сейчас я кофеечек допью, зайка. Я пить просто хочу. Пуинтер, да, это молдавская фамилия. Мам, я пить хочу. Пить хочешь? О. Все, все с собой, по крышке. Ты очень миловидная, спасибо. Муж из Молдавии, ну, у него, да, папа молдаванин был, и более того, у меня мама молдаванка была, поэтому, ну, по мне, конечно, не очень скажешь, но тем не менее. Поэтому у нас с ним полное это. И ты попить пришел? А, сейчас открою, вон, тоже. Да давай, давай. На, открывай, держи. Давай, уже все руки грязные, вот, сейчас будем... Справиться. Все? Так. Да, Витик, не надо. Все, вылил воду на меня на кросс. Что за мальчик такой? Hello, hello. Так, как отдых? А, в Мармарисе? Я не была в Мармарисе. Мне, знаете, где очень понравилось? Мне очень понравилось в Сиде. Вот. Я туда даже буду ездить. То есть там, может быть, для жизни... То есть не совсем подходит, потому что там нет такого разнообразия, как здесь есть. Вот, а именно отдохнуть там прикольно. Прям тоже в отель туда поеду на пару-тройку дней. На 3 месяца летом собираюсь в Аланию. Есть какие-то изменения с политобстановкой в стране для туристов? Нет, ничего. Нет, ничего не изменилось, все как было, все так осталось. Знаю тебя в Турции. Ну, иногда да. Я написал в директ, прочти потом, пожалуйста. Ребят, не всегда читаю директ, честно говоря, очень редко. Потому что там завал иногда бывает. Про отель Diamond. Что, я не знаю, какой отель. Каппадокия, да, понравилось, но там больше 2-3 дней делать нефиг. И, кстати, мы туда ездили, то есть я бы не советовала туда ездить летом, потому что очень жарко, там же нет ни моря, ничего, там просто пустыня, грубо говоря. А вот мы ездили весной, очень круто отдохнули, и мы не бронировали отель, то есть я начала смотреть отель, такие цены мне там нарисовали бешеные, дорогие. Мы просто приехали и в крутом месте, крутейшем вообще, взяли отель всего-то за 300 лир на двоих, то есть это 3000 рублей в сутки. Ой, по-английски пишут, я плохо по-английски, поэтому извините. Дарья, где ты сейчас? Так, что там слишком большие? Это небольшие, у меня губы, что прикалывают. Может, фильтр такой, не знаю. Обычные губы. В каких отелях в Турции вы были? Во многих, я название не запоминала. Мы, кстати, тоже интересно общались, ли вы до Лагуна. А что такое Лагуна? Сколько сейчас градусов в Алании? 19 сегодня. Да, привет вам. Что, все? Что? Что? Все, рад. Ребята, сейчас перезайду. Видите, с таким фильтром. Я перезайду сейчас в эфир, хочу в туалет сходить, потом зайду еще раз.